Сейчас тебя будем спрашивать, как ты ездил, что там разговаривали, какие были разговоры. Говорят, света нету, отрублено. Ну из-за такого ветра там могут и столбы там повалить. А тут вам темно сейчас? Да, темно. Но все равно, видать, маленько, где голова. Главное, у тебя шикарный этот. Да, я в бачке зашел, говорю, все, говорю, Комиссары, расстрельщики ходили таких. Да, я говорю, этот воронок стоит, говорю, все, товарищ, с вещами на выход. С вещами на выход, это значит все. Давай, сушись. Мне он хорошо помог. Что, на улице? Что там интересно будет, поговорим. Нет, я просто сейчас машину чистил. Ты еще дорогу-то не потерял, инструмент какой? Нет. Ну, слава богу. Я все думаю, как шарика найти. Ты оттуда открой, свет будет больше падать. Дверь открой мне, чтобы свет я буду снимать, чтобы больше было. А зачем? Ну, да, мне нужен свет, это нету такого. А зачем вам здесь-то снимать? Тебя снимать, мы разговаривать будем у тебя. Давай. Так нет, давайте здесь. Да нет, потом туда пойдем. По порядку, как ты заходишь, а потом туда переходишь. А вы снимаете? Ну, открой, ну, потом зайдем. Нет, вы сейчас снимаете? Ну, мы уже назначили это. Открывай, ладно. Еще тебе порядок. О, ничего себе, шарик. А где вы его нашли? Вот он где, пошел голодный напиться. Ничего себе. Цепки нет, искать надо. Мы обошли все сады. Слава тебе, Господи. Да слава тебе, Господи. Погладь его. Шарик. Беги наш беглец, ты видел? А я уже его похоронил. Все уже. Да я тоже думал. Ну все. Я думаю, он как Антони и Илларион уходили, где-то замуровывались, никто, чтобы не поклонялись. А этот-то с ним дружил, нет? Белый? Нет. С ним это Паля, что ли, или Чернушка? Чернушка, наверное, тоже. А где он был-то? Где был? Без всего нет у него. Он освободился от ус и оков. Вот почему это матушка говорила, ой, вернее, Людмила Ничук говорила, что она видела его без цепи. А вы еще не поверили сразу. Ну, натянула. Что он там нашел? Стряпает. И главное, мы пошли спрашивать всех, кто видел его. Сказали, Лена видела. Лена говорит, я не видела. Игорь, я оправдался, говорю. Значит, ну, нужно думать, сейчас созвонись с Пупковым. Прямо сейчас же. Давай, набирай номер. Чтобы ошейник с батюшкой прислал. А еще лучше скажи два. И самое легкое. Цепочка нужна. А? Цепочка нужна. Будем искать. Она примерно там, где Саманна и к озеру. Он где-то здесь она его видела с цепью, матушка. За ворота зацепился. Да главное, живой. Да, я молился о нем сегодня. Я тоже молился. Вот, Никола Чудотворец о людях, о животных. Вот и сгодилась эта молитва-то нам. Да. А я Господу молился, просил прощения. Ну и Господу тоже. Так. Вот он прямо перед ногой у меня. Вот моя нога, вот я шевелю. Шарик, да как его все любят, а? Знаменитый шарик. Безвредный. Бедный, это третий день уже. Так вы не сказали, где вы нашли-то его? Или он сам пришел? Он около, ну, не знаю, ну, вас... на улице выскочил. Около кого он был-то? Около Ничуков. Возле Серафима, он говорит. Да нет, Серафима на той стороне. Серафима вышла, не поймет, что нам надо. Она усохла, я не могу до нее достучаться. Христос воскресе! Брат, у нас тут это шарик с цепи убежал и пришел без цепи. И ошейник. Два дня его не было. Вот только сегодня нашелся, слава богу. Не можешь ошейник купить? Примерно хотя бы какой-то. Ну какой-нибудь хороший, крепкий. Там перешлешь, а вот батюшка как раз туда уехал. Мог бы с ним переслать. Ага. Ну ты примерно знаешь, у него там какая шея там не очень толстая. Ага. Как у тебя там дела-то? Слава богу. Ну, у нас тоже. Тут дождь идет во всю сейчас. Ладно, брат, давай с Богом. Спаси Христос тебе. Пока самодельный ему ошейничек сделаем, выводить на прогулку. Остальное пусть он здесь находится. Угу.
Он нам не мешает. Мы так соскучились о нем. А ошейник-то просто сделать. Берешь? Нет, а в туалет куда его? Туда, но на прогулку-то водить. Сейчас сводим мы его.